Здравствуйте, дорогие! Приветствуем всю молодежь, которая смотрит сейчас это видео в интернете. У нас есть радостная новость для вас, что с 20 по 28 июня в Украине пройдет молодежный лагерь ПНЛ. И мы с радостью вас хотим пригласить в этот лагерь. Этот лагерь приближения к Богу. Этот лагерь развития личных отношений с Богом. Этот лагерь, где Иисус преображает и изменяет жизни. Эти 7 дней мы будем погружаться в Божье присутствие, и ваша жизнь не останется прежней. Не пропустите это время, приезжайте обязательно в лагерь. Да, это будет прекрасное время, когда мы все вместе будем переживать Божью любовь. Мы будем много общаться, мы будем много молиться, поклоняться. Конечно, будет много интересного, будет интересная программа. Вот. Но самое главное, что это будет встреча с Богом. И мы не останемся прежними. И я верю, что все участники, все мы изменимся. Это будет прекрасное время. Приезжайте. Мы ожидаем этого времени. До встречи в лагере.